сейчас я пропускаю, у нас осталось, прошла последняя 10-минутка, я пропускаю, потому что мне прислали. Вот это вот второй раз хотел подробно поговорить, как надо и как не надо. Вот. И вот это вот, нет, тут как раз осталось чуть-чуть, давайте, а то получается я первый раз так проскочил мельком. Итак, я давно изучаю ваши методы и должен сказать, она очень эффективна, метода. Спасибо вам. У меня растут ваши саженцы, слива Ника, Судир Востока, Фаина, Таврическая. Был посажен абрикос Серафим, но почему-то не выжил, пошла дичка. Будет прекрасные плоды, посмотрите в этой дичке. Обижаете слово дичка. У меня мазурские абрикосы давно не дичка. До 50 грамм уже попадается. Вот так. Как я понимаю, это мазурский абрикос оставил на подвой. Знаете, одно дерево вас не спасет. Оставьте до плодоношения, ладно? Персик хасанский еще живой. Ну почему не записать? Персик хасанский просто живой. Просто. На зиму пока укрываю, пока можно. Далее не буду, правильно? Сливы не плодоносили, абрикосы вымахали 1,80 м. Внизу ствола привязан синтепон от муравьев. Ну, все прекрасно, ну, замечательно. То уберите вы это все. Вот. Я так продолжаю одним большим. Вот вы уберите синтепон, зарастите это все. Вот. Почему? Только у меня свой опыт, безошибочный. Только на черной земле, на протяпанной, на абрикосах есть тля при полном отсутствии муравьев. Нет, какое-то количество есть. Но одно дело, когда муравейники повсюду, повсюду, ими пронизана вся почва. Вот. И вы потом посмотрите. Зарастите, тли больше не будет. Муравьи будут лазить, это патрули муравьины. Они лазят, ищут, ищут, они выполняют свою работу. Я, Александр Савельевич, я показывал, показывал. Я показывал небольшое количество тли. Да черт с тобой, это все на равновесие. Все хотят жрать. И муравьи тоже их, это самое. Они ничем не хуже нас. Они такие же, чуть не сказал, люди. Они во многих отношениях умнее нас. Их цивилизации древнее. Они настолько гениальны, только просто наши, как чукчи, вот в Сибири особенно. Мы не видим ничего. Как можно защищать от муравьев, когда они защищают сады? Пожалуйста, снимите синтепон, извините за такое, как сказать, эмоциональная речь. И это снимите. А здесь что? Ну, вы хотели, чтобы это, корневая шейка не оголялась, чтобы корни не оголялись. Ну, сделайте хом, да и все. Уберите вот это, я считаю. Можно и так. Ну, черт его знает. Душа не лежит, глаз режет. Проще сделать хом.